Люберчане, которые остались без работы в период пандемии, получают денежные пособия. Материальную поддержку оказывают гражданам, вставшим на учет по безработице в Центр занятости населения. Наш корреспондент Луиза Егиазарян встретилась с получателями социальных выплат. 27 марта у Эллы Литвиновой был последний рабочий день. За 2 недели женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной ухода с работы стала большая физическая нагрузка. Но у люберчанки были планы на скорейшее трудоустройство. У меня была возможность пойти на другую работу, на старое, прежнее место. Вернуться на прежнюю работу не удалось до сих пор. На следующий после увольнения день в стране на неделю ввели режим самоизоляции. Но когда ограничительные меры продлили, Элла Викторовна, не теряя времени, обратилась в Центр занятости населения. У меня и ребенок маленький, несовершеннолетний, садики закрыли. Мне пришлось подать заявление через портал «Работа в России» о признании меня безработной. Я подала заявление дистанционно, со мной связались. Через 11 дней я была признана безработной. Так как женщина осталась без работы, в марте ей положено 15 тысяч рублей, плюс 3 тысячи на ребенка. Через несколько дней после постановки на учет на карту заявительницы поступила часть денег. Пособие по безработице выплачивается не авансовыми платежами по определенным периодам. То есть с даты постановки на учет в качестве безработного до даты перерегистрации. И с даты перерегистрации до даты следующей перерегистрации. Вот ранее надо было приходить в Люберецкий центр занятости населения и проходить перерегистрацию 2 раза в месяц. Сейчас перерегистрация проходит 1 раз в месяц и в дистанционном режиме. После даты перерегистрации деньги поступают на счет в течение 3 рабочих дней. На помощь от государства могут рассчитывать и те граждане, которые остались без работы до 1 марта этого года. Но размер их пособия будет рассчитываться, исходя из средней заработной платы. Воспользоваться господдержкой могут жители с постоянной регистрацией на территории обслуживания Люберецкого центра занятости. Всем остальным учреждение готово помочь с поиском работы. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.